парень мне в постель приносит кофе. А мой парень мне в постель приносит счастье. А мой парень говорит, что я самая красивая. А мой не врет. А мой парень меня на руках носит. А я не бухаю. А мой парень меня ни разу пальцем не тронул. А по тебе видно, сучка нервная. Светка, а ты как больше любишь, лежа или сидя? Стоя я больше люблю, стоя. Почему стоя? Потому что с детства знаю, что стоя больше входит. Пункт сдачи спермы. Очередь из мужиков. Вдруг видит, что заходит девушка. Мужики все в шоке, началось такое волнение. Она что, не знает, зачем она сюда пришла? Ну, один такой храбрый и говорит: девушка, а вы знаете, что здесь пункт сдачи спермы? Она, не открывая рот, поворачивается к нему и отвечает: Коль, что это было? Супружеский долг. Коля, 32 секунды – это не супружеский долг, это какая-то милостыня. Девушка, закройте окно. Но у меня же очень маленькая щелочка. Я, конечно, очень рад. Передайте поздравления вашему мужу, но все же закройте окно. Максим, я тут подумала, нам нужен тройничок. Я согласен. Звони Катюхе, я душ. Я имею в виду на кухне. Да мне все равно, хоть на кухне, хоть на балконе. Звони Катюхе. Придурок. Ну как ты, мое солнышко? Нормально. Прости, котик, я перестарался. Нормально. У нас батареи, что ли, выключили? Нет. Стояк, потрогай. Да куда ты на батарею?